Приветствуем нашу большую-большую виртуальную церковь. Амен. Добро пожаловать, дорогие, мы вас любим. Всех, кто с нами в прямой трансляции, в онлайне. Итак, мы пойдем с вами, дорогие, не буду задерживать долго, сразу пойдем в тему, потому что очень много есть, что сказать, времени, как всегда, мы ограничены. Итак, я буду продолжать тему, серия, которая называется «Восстановление ДНК чемпиона». Вы знаете, у меня давно было много чего, знаете, по этому поводу, но оно было то там, то здесь. И сейчас просто Дух Святой реально, я так скажу, сел буквально на мое сердце, да, и просто повел меня в эту серию тем. Вы знаете, как важно сейчас восстановить именно компоненты людей, я так скажу, великих людей, компоненты людей чести, компоненты того, что раньше было. Потому что то, что мы видим сейчас, буквально захвачено. Вы знаете, большинство позиций, где должны стоять чистые, верные и честные, захвачены мошенниками. Продаются позиции таким же мошенникам. Рукополагаются такая же самая мафия мошенников. И поэтому, когда что-то чистое должно восстать, ты должен пробиться через весь этот кошмар мошенников. И, дорогие мои, я так скажу, что очень тяжело восстать там, где годы, десятилетия, десятилетия слой за слоем наслаивалась, я так скажу, маразм, религия, контроль, манипуляция, я так скажу, кража идентификации, кража личности. Наоборот, из тебя стирали все, что я сейчас говорю вот здесь. С тебя вытирали честь, вытирали мораль, вытирали любовь, вытирали все. И все, что тебе оставили, это единственная извилина в твоем мозгу, чтобы сидеть, закрывши рот и слушаться, что тебе говорят. Это абсолютный маразм, это противоречит тому, кем Бог нас создал. Это противоречит свободе, это противоречит свободной воле, которую Бог вложил в нас. И поэтому я считаю даже, я так скажу, своей обязанностью выложить вот эту серию тем. Итак, дорогие мои, следующая тема, я так скажу, перечислю все, чтобы все были в курсе по порядку. Итак, самое первое, мы говорили о людях чести. Мы говорили о том, что честь должна быть восстановлена. Вторая тема, это была невидимая битва. Мы говорили о воле. Воля, кража воли, что есть воля. То есть это необходимый компонент в жизни личности, которая хочет стать чемпионом и достичь что-то. Прошлая, я так скажу, прошлая, последняя тема была боль противовеса. Мы говорили о боли и с тем, как человеку, который призван к чему-то великому, справляться с болью в своей жизни, справляться с неприятными компонентами, с неприятными ситуациями, ведь они есть, и их не нужно игнорировать, с ними просто нужно научиться правильно жить, правильно к ним относиться. И четвертая, я так скажу, тема в этой серии, я так скажу, я назвал ее очень просто – «Выключи мир». Дорогие, я так скажу, что невозможно стать чемпионом без вот этого компонента. Это один из уникальнейших компонентов в жизни великих людей. И то, о чем я сейчас буду говорить, пожалуйста, возьмите это себе еще как один ключ. Потому что, может быть, со всеми остальными ты справился, но, может быть, вот это одно, то, о чем я сейчас буду говорить, оно нужно и необходимо именно тебе в том, куда ты движешься, в том, для чего ты призван. И, может быть, тебя сейчас на куски раздирают много вещей. И это абсолютно... Ты знаешь, что твое призвание... Послушай меня внимательно. Как я сейчас начну с тех слов. Твое призвание тебя ни с кем делить не будет. Или призвание съест тебя полностью, или призвание с тобой ничего иметь общего не будет. Кто-то понимает, о чем я говорю? Итак, я начну с этого. Твое призвание, твоя мечта от Бога. Мы говорим, когда я говорю твоя мечта, твое призвание, я не говорю о твоем призвании. Ты должен умереть. Я подразумеваю его мечта. Я подразумеваю, я хочу делать то, что он мне показал делать. И поэтому, когда всегда я говорю твоя мечта, подразумеваю уже о том, что ты уже получил от него мечту, и она стала твоей. И вот теперь я говорю о твоей мечте. Как реализовать его мечту в тебе качественно? Окей? Итак.
Твое призвание не будет делить тебя. Твоя мечта не собирается тебя делить ни с кем и ни с чем. Я так скажу, мое призвание, твое призвание, оно очень ревниво относится ко всем остальным вещам в твоей жизни. Потому что призвание от Бога, оно посягает на всего тебя. Оно пытается завладеть всем тобой. И поэтому люди с великим призванием, если они не выучат вот этот урок, о котором я сегодня и сейчас буду говорить, они всю жизнь будут раздираемы на куски, никогда не удовлетворившись то, к чему они призваны. Потому что ты всю жизнь делим кем-то. Все имеют место в тебе, и у тебя есть для всех место. Позвольте возразить, люди и чемпионы отделены для определенной сферы, и в некоторых вещах тебе нужно будет очень многие вещи обрезать и попрощаться. Ты здесь? Ты не можешь сделать все, ты не можешь удовлетворить всех, и ты не можешь быть со всеми, когда им этого захочется. Алло? Ты здесь, да? Итак, мы говорим сегодня о твоем призвании. Итак, выключим мир. Наблюдая за жизнью чемпионов, я заметил одно очень сильное качество. Послушайте меня очень внимательно сейчас. Которое многие не замечают. Это умение выключить вселенную вокруг себя. Дорогие мои, я так скажу, я нахожу это качество очень и очень в немногих людях. Но когда я нахожу это качество, я вижу потенциал величия в этих людях. Я вам сейчас скажу о позитивной стороне того, что я буду говорить, и об очень серьезном побочном эффекте этой стороны. Потому что, дорогие мои, людям, которые находятся в великом призвании, с тобой остальным будет житься очень тяжело. Кто-то понимает меня здесь сейчас? Если ты думаешь, что жить с чемпионом легко, подумай дважды. Хорошо, туда мы пойдем дальше. Итак, это умение выключить качество, умение выключить вселенную вокруг себя. Другими словами, я выключаю все, потому что есть одно единственное. И именно туда я вкладываю все, всю мою энергию, все мои силы и все мои ресурсы. Я вкладываю сюда. Смотри, это полное и тотальное сосредоточение и абсолютный фокус на той цели, которую они желают достичь. Я заметил, что большинство великих личностей Библии были сосредоточены на одном и только на одном, все остальное было выключено. Когда ты читаешь об Иеремии, дорогие мои, Библия полна этих людей. Кто-нибудь читает об Иеремии что-то еще, кроме того, кем он был? Там не написано, что Иеремия еще... А вы не знаете, у Иеремии еще одна была часть. Он вышивал профессионально крестиком. Алло. Нет ничего. Все выключено. Дорогие мои, подумай дважды. О чем я говорю? Мне нравится говорить честно, и поэтому я говорю, подумай дважды, хочешь ли ты быть там, где ты хочешь быть? Действительно ли ты готов на жизнь лишения многих вещей в своей жизни ради одной единственной? Потому что большинство людей, живущих на земле, не захотят, не смогут, они призваны, они просто не захотят уделить всю свою жизнь и свое 100% неделимое внимание одной цели, которую Бог вложил в их жизнь. И вот это то, что и отделяет любителей от профессионалов. Здесь? Послушайте. Итак, когда я читаю Библию, я не вижу рассеянности, я не вижу чего-то. Когда я читаю Даниил, вы понимаете, что там есть вот Даниил, и у него стоит один стержень? Вы знаете... Мне нравится, когда же описывали, вы знаете, что большинство людей, которых описано в Библии, описывали не они сами, а о них писали. Можете себе представить, их жизнь настолько была сфокусирована и сосредоточена, что те, кто описывал их жизнь, ничего другого о них написать не могли. Они писали только одно и одно единственное, от начала призвания до конца. Дорогие мои, даже если что-то в их жизни было, то это было по порядку, но не все сразу вместе. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть вещи, которые ты не можешь
Некоторым людям кажется, что я все успею сделать. Это иллюзия. Это говорит о том, что ты ничего не успеешь сделать. Ты здесь? О, извините, но мне сегодня некоторых из вас придется разочаровать. Окей? Когда я читаю про Анну, вы знаете, давайте Анна. Иеремия, Исаия, понятно, это ребята очень такие, знаете, серьезные. А что сделать вот с простыми людьми? Вот Анна была простой женщиной, так? Алло? Здесь, да? Некоторые люди могут сказать, а у меня нет никакого призвания. Стоп. Разве у Анны было какое-то призвание пророка, там, знаете? Или там учителя, служителя? No! Она была обыкновенная женщина. Обыкновенная женщина, у которой была мечта. И мечта была одна единственная. Иметь сына. Кто-то понимает, да, здесь? Просыпаемся. Кофе сейчас уже должно ударить. И ты уже должен хотя бы, ну, с улыбкой сидеть здесь. Смотри. Анна. Читая про Анну, я вижу, как в ее жизни полностью выключена вся ее жизнь. Вы заметили, что тот фрагмент или сегмент, о котором мы читаем в жизни Анны, там нет двойных мыслей, там нет ничего другого. Описывается вся ее жизнь от начала, как она вот молодая девушка вышла замуж за Елкану, и до уже того, где вот она уже в более-менее в таком серьезном возрасте, где у Финаны, которая была еще одна жена у Елканы, да, но это тогда было, сейчас нельзя. Что некоторые думают, ух, мужик хороший был, молодец. Стоп, сейчас нельзя, окей? Бог создал Адама и Еву, он не создал Адама, Еву и Наташу, окей? Поэтому я так скажу, будь очень осторожен, когда ты хочешь Ветхий Завет, там есть очень тяжелые последствия. Итак, мы идем к оригиналу, окей? Не к каким-то вещам. Итак, была Финана, у которой дети налево и направо. Вы знаете, было много детей, и там постоянно они рождались, и это приносило боль Анне. Мы прочитаем этот момент чуть попозже. Но о чем я хочу сказать? Я хочу сказать о том, сегодня весь мой фокус на фокус. Сегодня вся моя цель в цели. Окей? Поэтому я хочу, чтобы ты меня слушал очень внимательно. Итак, у нее была одна мечта – иметь сына. Не имело значения Финана, не имело значения ее дети, не имело значения даже жертвоприношения, не имело значения даже сам муж Елкана, не имело значения ничего, кроме одной единственной вещи, одной единственной смысл ее жизни – это иметь сына. Дорогие, если бы я когда-нибудь желал кому-то из вас что-то самое мощное, я бы желал тебе одно – мечту, которая захватит полностью твою жизнь. Вы даже не представляете, какой это великий бонус быть захваченным одной мечтой. Но это произойдет только тогда, когда ты позволишь ему взять тебя. Некоторые люди говорят, что я даже до этого не дошел, потому что ты никогда даже не дал возможности Богу рассказать тебе, кто ты и кто ты дизайнером был создан. Потому что на эту землю не рождаются просто люди. Каждый из нас носитель части Бога. Знаешь, почему ты мне интересен? Ты скажешь, я для тебя интересен. Да, каждый из вас интересен. Потому что каждый из вас носит что-то, что не носит никто на этой земле. Каждый из вас носит частицу Бога. Вот как тебе хочется заглянуть в меня, мне хочется заглянуть в тебя. Вот почему Библия говорит, любите друг друга. Вот почему Библия говорит, вы не можете, потому что Он огромный, находится в каждом из нас, частица. И в тебе есть что-то, в тебе есть какая-то мысль, в тебе есть какой-то стержень, в тебе есть какое-то понимание того, в ком никого нет. И вот это мне хочется узнать. И вот это хочет, чтобы Бог узнали все вокруг тебя. Вот эту маленькую частицу, которую ты говоришь, да кто я, да где я, да кому я нужен. Стоп, ты не представляешь, сюда, на эту землю, сюда, да, даже нечаянно родившимися. У Бога ничего нечаянного не бывает, извини меня. Люди с предназначением, люди с целью, люди, которые имеют часть Бога. Другими словами, Бог говорит, хотите вы ли его или нет, или ее, они рождаются. Будешь ты с презервативом, не будешь, мне вообще все равно, если оно должно родиться. Потому что сейчас я высвобождаю часть неба на землю, и никакие твои нежелания не остановят то,
то, что я хочу высвободить на эту землю. Амин? Ну, поулыбайся, ну и двигаемся дальше. Смотри. Итак, Анну не интересовало ничто, ее не интересовало ничего. Давайте прочитаем этот момент, чтобы просто освежить его в своем понимании, в разуме. Итак, первая книга Царств, первая глава со второго стиха. Итак, первая книга Царств, первая глава со второго стиха. У Елканы было две жены. Ну, это все, что мы знаем об этом мужике. То есть, ну, вот это его весь подвиг, и это вся его история в Библии. То есть, больше мы ничего. То есть, вы знаете, я не хочу быть, знаете, ну, войти в историю, ну, вот, вот так. Кто-то войдет, а у Васи было три. И четвертая ему не жена. То есть, извините меня, но это прискорбная история, окей? Это если вот это все, что о тебе Библия описала. Ну, если ты попал на страницы Библии, ну, попади ты в теме хотя бы, а? Ладно, окей, это уже мои мысли. Итак, у Елкана было две жены. Одну звали Анна, другую Финана. У Финаны были дети, а у Анны детей не было. Каждый год Елкана уходил из своего города в Силом поклоняться и приносить жертву Господу Всемогущему. В Силоме священниками Господа были Офни и Финиес. Мы знаем, что с этими засранцами случилось. Это уже, ну, сейчас тема не туда. Они были сыновьями Илия. Вообще, извините меня, но эта семья не туда идет. А каждый раз, когда Елкана приносил жертву, слушай, он давал часть еды своей жене и ее детям, слушай внимательно, Анне же Елкана всегда давал вдвое больше, ибо любил Анну, несмотря на то, что Господь не дал ей детей. Можете себе представить, у нее уже изначально уже привилегия, которая ее вообще не интересует. Послушай. Шестой стих. Финана всегда очень огорчала Анну из-за того, что та не могла иметь детей. Так бывало каждый год. Каждый раз, когда их семья ходила в дом Господень в Силом, Финана огорчала Анну. Однажды, когда Елкана совершал жертвоприношение, Анна опечалилась и заплакала. Она ничего не ела, и муж ее, Елкана, сказал ей: «Анна, почему ты плачешь? Почему не ешь? О чем скорбит твоя душа? У тебя есть муж, разве я не лучше для тебя 10 сыновей?» После того, как они поели и попили, Анна тихо встала и вышла помолиться Господу. Или же священник сидел у входа в храм Господа. Анна была очень опечалена и горько плакала, молясь Господу. И дала она обет Богу, говоря: «Господи всемогущий, посмотри на скорбь мою, вспомни обо мне, не забудь меня. Если ты дашь мне сына, я отдам его тебе. Он будет назареем и не станет пить ни вина, ни крепких напитков, и никто не острижет его волос». Анна долго молилась Господу, а Илий все это время следил за ее губами. Вы знаете, мне это напоминает служение в религиозной церкви. Ты молишься? А какой-то диакон на тебя смотрит. Окей, ладно, проехали. Смотри, но Анна молилась, смотри, Анна долго молилась Господу, или все это время следил за ее губами, но Анна молилась в сердце своем, поэтому губы ее шевелились, а голоса слышно не было. А Илий хотел сильно слышать, что она говорила. Ну, это добавка в скобочках. И Илий подумал, что Анна пьяна. То есть, ну, там выход один, там же другого выхода не может быть. Потому что мужик пил постоянно, он думает, наверное, ей тоже тяжело сейчас. Смотри, проходит тяжелый период жизни. Он, смотри, она пьяна. Он сказал ей: «Ты слишком много пила». Представь, пророк, слепой. Ну, пророк, ну хотя бы, ну должен быть в теме, ну хотя бы насчет этого. Пила она, не пила. Ребята, это пророк. Он должен быть в теме. Пила она, не пила. Представляешь, Анна завела в заблуждение пророка. Ты слишком много пила. Знаешь, самое интересное, что... Вы заметили, как последние, как пророки, которые отошедшие от Бога, они обычно тебя сканируют, потом тебе пророчествуют.
И обычно они сканируют тебя, и потом по этому скану, да, они говорят тебе, вот, они примерно определили так, плачет, сколько лет, в чем одета. И поэтому сразу составляется скелет пророчества тебе. Кто ты, что ты, откуда ты. Если скорбь сильно большая, то вообще залет. Если вообще рыдаешь, то, наверное, уже забеременела. Так, понимаешь? И понеслась, то есть как бы. Поэтому будьте осторожны с Ильями. Итак, ты слишком много пила, пора оставить вино. То есть вообще, ну в десятку пророчества, железно попало. Анна сказала, нет, господин мой, я не пила ни вина, ни пива. У них, оказывается, пиво было. Знаете, мне нравится современный перевод. Некоторые скажут, а в Библии пиво не написано? Написано. Там просто перевели неправильно. И она говорит, я, можно было написать, я не пила ни вина, ни пива, ни шнапса, ни виски. И дописать в скобочках, ни водки. На всякий случай, чтобы уже так отлегло у всех. То знаете, у нашей Раши, если что-то не написано, то это можно. Иисус же превратил воду в вино. Ну я говорю, на, пожалуйста, превращай, пей. Вперед, я не против. Вот как только вот то, что превратишь, то пить можно. А если, ну, силенок нет, то говори себе и Богу. Так, дальше. Я глубоко скорблю и изливаю душу мою перед Господом. Не считай меня плохой женщиной. Я молюсь так долго от великой печали и скорби моей. Или ответил. Иди с миром. Пусть Бог Израилев даст тебе то, о чем ты просила Его. Уникально то, что в историю не вошла ни Финана, мы ничего не знаем, кроме того, что она рождала детей. Елкана, мы не знаем ничего, кроме того, что он имел этих двух жен. Мы ничего не знаем. Мы знаем только Анну. Дорогие, вы знаете, что в истории останутся только люди с целью? Нет, вы не поняли меня, вы не слышали. В истории, в памяти останутся только те, кто имели реальную цель. Библия описана. Даже те, которые описывали их, не вошли в историю. Кто-то понимает, о чем я говорю? Даже описывавшие, которые описывали этих людей, писали о них, говорили о них, видели их, не вошли в историю. Ты можешь находиться рядом с великими людьми и думать, что ты рядом. Дорогие мои, каждый из нас должен уплатить свою цену. И это настоящая цена. Некоторые из вас абсолютно знают, о чем я говорю. Некоторые из вас прямо сейчас сосредоточены. Дорогие, некоторые говорят, вот когда в моей жизни нет, ты должен выключить мир тогда, когда мир есть, когда все есть, когда всего хочется, когда все желается, когда везде хочется. Ты должен отложить эти вещи. И опять же, Дух Святой покажет тебе, что должно быть убрано, что влияет, что мешает. Здесь ты должен четко слышать голос Духа Святого. Смотри, именно по этой причине, когда описывается большинство личностей после их смерти, о них практически нечего сказать. Вы знаете, что я на похоронах был не раз и не два, и вы тоже. И знаете, как отвратительно выходят люди, и они не знают, что придумать насчет этого трупа. У него была большая семья. Окей, у Ленина тоже. Понимаете, да? Ну, конечно, насчет трупов ничего не надо плохого говорить. Надо или ничего не говорить, или говорить что-то хорошее. И понимаете, и ты смотришь, как придумывается, высасывается с пальца какие-то куски и обрывки чего-то, что на самом деле ничем не является. Люди пытаются, а если честно описать, кем он был, то там, наверное, разбегутся сразу все. Скажут, хорошо, мы благословляем этого брата. Путь. Смотри. Людям практически нечего сказать. Было всего по чуть-чуть, но никогда не было ничего настоящего и великого. Вы видите, в чем проблема человека. Мы хотим всего, но мы не хотим чего-то достаточного,
достаточно сильно, чтобы ради этого отдать все. Мы читаем об этих людях, и все, что мы знаем о Иосиф, Моисей, и я могу перечислять всех этих людей. Мы знаем только одну единственную вещь – их цель. Да мы о них даже не знаем, мы знаем о цели, которую они совершили. Вы понимаете, о чем это? Бог дает каждому из нас прямо сейчас возможность, сын, дочь, ты хочешь быть чемпионом, ты хочешь быть моей частью. Дорогие, я умоляю вас, пожалуйста, не говорите «я никто и ничто». Это уже такие старые новости. Ты кто-то и ты что-то. Потому что, дорогие мои, даже того, что ты сидишь вот сейчас в этом зале, ты уже очень что-то. Ты здесь? То, что ты решил прийти сюда, вопреки всем противлениям, вопреки всем пророчествам, всем остановкам, ты уже личность и ты уже рожден для чего-то. Ты когда-нибудь задавал Богу вопрос, Бог, кто я? Задай. Может быть, ты будешь шокирован ответом. Дай ему показать тебе картину тебя. Мы уже говорили о воображениях, я туда не хочу возвращаться. Дай ему показать тебе, кто ты. И если ты, я так скажу, если тебя не кувыркнет эта картина, и ты скажешь, о, разве это может быть? Так он тебе и показывает того, чего быть не может. Может быть только с ним. Смотри. Итак, читаешь про этих людей, смотришь на них. Вот ушел еще один из жизни, вот ушла еще одна из жизни. Она была хорошая мама. Она пела, вышивала крестиком. У нее были хорошие детки. Ну и такая же история насчет миллионов других, которых похоронили и похоронят. Но есть ли что-то в жизни этого человека достойное того, чтобы кто-то соскучился за ним? Кто-то понимает меня, да? Есть ли в жизни этого человека, что когда он уйдет, его кому-то будет не хватать? Есть ли в тебе реально что-то, что действительно кто-то скажет, мы потеряли что-то, и такого больше никогда не будет на земле. Кто-то понимает, о чем я говорю, церковь? Я сейчас поглубже говорю. Вот о чем я мечтаю, вот о чем я проповедую. Чтобы поднялись эти личности. Здесь, там, кто нас смотрит, кто слушает, не имеет значения. Это слово, этот месседж может схватить любой, до кого он дойдет. Желаешь ли ты стать кем-то и чем-то, чего будет не хватать, этого элемента на земле будет не хватать. Но ты его принес, ты дал телу Христа прикоснуться кусочку Бога через тебя. Ты дал ему светить через тебя. Будет ли тебя действительно не хватать тем, кто вокруг тебя? Не твоих денег, не твоей работы, я сейчас не об этом говорю, а именно тебя как личности. Будет ли кому-то не хватать? Или за тебя забудут через месяц и будут двигаться, как и двигались, даже не заикнуться? Я так скажу, это не моя жизнь, я не хочу так жить. Послушай. Вы знаете, много лет назад я узнал этот принцип. Бог открыл мне этот секрет. Я начал практиковать этот образ жизни в своей сфере. Дорогие, я был шокирован. Вы знаете, когда я начал выключать мой мир по частям, это было шоком для моих друзей, это было шоком для моей социальной жизни. Это было шоком для всех моих, там, знаете, каких-то там работ, чего угодно. Это было шоком для всех, потому что я даже работая не был там. Кто-то понимает? Тебе не надо бросать работу. Тебе просто нужно перестать существовать на работе, жить для работы. Бог меня уже там, много лет назад, еще когда церковь только начиналась, я еще работал на полном времени, сидел в своем, знаете, зубно-техническом кабинете и там делал эти... В общем, меня могут вспомнить некоторые, у кого там мои зубы стоят во рту. Ну, а скажите мне, долго ли они будут помнить какого-то зубного техника, которого они даже не видели? Который где-то в лаборатории, там в темной каком-то там, в подвале, там где-то что-то полировал им золотые мосты.
И вы знаете, в моей... Вы знаете, один раз в зарплате... Поверьте, я не говорю о зарплате, я не говорю... Я не говорю о том, что вокруг тебя кто-то тебя там, знаете, пару ребят уважают. Я говорю о том, что внутри мое сердце ёкнуло. Разве это все? Разве вот этот зубной кабинет это все? Разве это вот это все? Это все, ради чего я живу? Чтобы кто-то колбасу ел качественно? И внутри меня ёкнуло. И вы знаете, когда Бог начал говорить, я разрешил Ему говорить мне. Первое, ты разрешаешь Богу говорить тебе, кто ты. Вы знаете, начинается все с того, что мы с вами не позволяем Богу пробиться в нас, потому что эта картина насчет нас конфликтует с тем, где мы находимся. Она всегда будет конфликтовать. Картина того, кто ты должен быть, и картина того, кто ты есть, они будут конфликтовать между собой, потому что между этим и этим будет существовать расстояние, которое ты должен уничтожить, сократить, вырезать. И я начал видеть там, в том зубной лаборатории, начал видеть вещи, начал допускать им входить в меня, начал прямо там писать конспекты, начал там... делать, я начал там отрезаться, я одевал наушники и уходил полностью. Все остальные, знаете, сидят за своими там, знаете, столами, каждый делает, все там музыка играет, все тут, а меня нет. Дорогие мои, я вам еще раз говорю, это очень важный элемент. Умение и желание выключить вселенную вокруг себя. В твоей жизни слишком много людей, голосов. У тебя слишком много вещей, которые делят тебя. Ты такой, так вот я один, и меня же начнет мучать одиночество. О, нет. Ты только позволь своему призванию начать работать в тебе. Ты увидишь, как оно начнет занимать часть за частью. Кусок за куском практически. И когда ты закончишь, призвание съело тебя полностью. Теперь ты превратился в призвание. Тебя уже невозможно сказать, Андрей проповедует. Дорогие мои, я стал словом. Кто-то понимает? Я ничего другого не знаю. Меня невозможно отделить от прочего. Ты отделишь меня от этого? Меня нет. Меня как личности не существует. Я крестиком не вышиваю. Кто-то понимает? Некоторые люди говорят, если у меня это не получилось, у меня есть. Знаете, да? Вот это вот. У меня есть дверь, где я. Все, вышиваем крестик. Бог не получил. Дорогие мои, это призвание настолько мое и настолько я, что если этого не станет, я жить не хочу на этой земле. Ты понимаешь меня, нет? Я Бога умоляю, как только закончится поток откровений и славы, как только забери меня отсюда. У меня нет смысла жить здесь. А дети? А при чем тут дети? А жена? Да, жена, она абсолютно понимает меня. Кто-то меня хорошо понимает, это моя жена. Она абсолютно знает, чем я съеден, кому я принадлежу. Вы знаете, когда я начал практиковать этот образ жизни, всем тем, кто остались жить со мной рядом, им пришлось очень тяжело. Всем остальным пришлось покинуть. Вы знаете, дорогие, мне даже пришлось оставить очень хороших людей. Я еще раз говорю, неплохих людей, прекрасных людей, умных людей, настоящих друзей. Только по одной причине, потому что то, куда я шел, они туда не шли. И мне, вы знаете, что только чемпион может сделать тяжелое решение в своей жизни. Все остальные попытаются оставить все в их жизни, как есть. И призвание тоже. Такого не бывает. Вот почему в призвании 1, 2, 3, 5, 10 по всему миру, да, реально в призвании, все остальные просто смотрят на них с открытым ртом. Дорогие, я хочу дать вам вот эти ключи, вот эта вся серия тем предназначается о том, чтобы ты просто проверил себя и сказал, Бог, там ли я? Дорогие мои, я не знаю, может быть, я такой человек, я максималист по жизни. То есть, дорогие, вы знаете, почему мне нельзя начинать смотреть какие-то сериалы? Потому что я буду смотреть его месяц, не выходя из дома, чтобы закончить. Кто-то понимает меня? Нет? Нет, я понимаю, что только я один смотрю сериалы вот здесь в церкви. Все остальные святые читают только Библию.
Нет, если мы честные люди, мы честные до конца. Дорогие мои, и вот почему я избегаю некоторых вещей, потому что если я что-то начал, оно внутри меня захочет все это закончить. Вот почему тебе нужно очень мудро знать, что ты делаешь и куда ты отдаешь свое сердце. Потому что как только ты поначинал, все это захочет закончиться. Оно захочет довестись до полного конца, до цели, до вывода. И вот это теперь будет тянуть тебя туда. Вот это туда, вот это туда, ну и Бог еще чуть-чуть туда. Окей, задумайся, это хорошая мысль. Смотри. Большинство тратят жизни. Знаете, один раз, да не один раз. Мне этот вопрос задается периодически. Куда, где бы ты ни приезжал, пастор Андрей, как ты этого достиг? Я говорю, достиг чего? Вы знаете, что интересно? То, что они считают достижением, ты даже еще не достигнул ничего, ты считаешь процессом. Дорогие, как уникально. Вы знаете, то, что вы сейчас имеете, и вы знаете, что это не то, ты в процессе движения, кто-то считает это за достижение жизни. Не достижение месяца, не достижение года. Они хотят достигнуть то, где ты находишься сейчас. Если они говорят, я так закончу свою жизнь, то для меня достаточно. Это люди без цели и без видения. О, над этим подумай, это было чуть глубже, чем обычно. Смотри. Большинство тратят жизни, не достигают того результата, который некоторые достигают за несколько лет. Многие... Знаете, заблуждение большинства, вот в чем оно. Они считают, что сбалансировав все в своей жизни, они достигнут во всех сферах успех. Это одно из самых дебильных вещей. Знаете, туда приезжают мотивационные спикеры. И они говорят, сбалансируй это. И вот это чуть-чуть здесь, и вот это чуть-чуть здесь. И все пойдет. Да ничего не пойдет, потому что все, что ты балансируешь, пытается съесть тебя всего. Нет, алло. Ты сядешь смотреть фильм. Фильм хочет тебя съесть, чтобы ты его посмотрел до конца. Алло. Ты начал читать книжку, книжка говорит, не уйдешь, пока не закончишь. Дорогие мои, все, что ты начинаешь, оно висит, мучая тебя. Даже та карточка с твоего клуба, в который ты уже третий год не платишь, просто платишь. Она посягает на тебя, и все, когда ты ее вытаскиваешь, она говорит, лох, ты ее хоп назад. Ты ее так вытаскиваешь, чмошник, ой. Вы понимаете, все, что ты начинаешь, оно требует или завершения, или оно позорит тебя. Поэтому секрет обрезать все, что ты не пытаешься закончить и не пытаешься стать в этом чемпионом. Ты здесь? А как? Вот так. У тебя в жизни будет немного, но все, что будет, это будет что-то очень особенное. Ты понимаешь? У тебя в жизни будет всего лишь два друга, но это будут настоящие друзья. У тебя не будет толпа тут, толпа здесь, гулянка тут, тусовочка здесь. И все мои друзья, а как только стало плохо, где друзья? А друзья, ну, бабла нет? Нет? Ну и друзей нет. Расслабься. Все, гулянки закончились. Вот такая наша жизнь. И то, что мы думаем, мы сбалансируем здесь, балансируем тут. Дорогие, Бог мне сказал, сынок, обруби канаты. Перестань балансироваться. Отдайся одному. Чтобы тебя знали по одной единственной вещи. Не надо здесь проповедовать, пророчествовать, возлагать руки, изгонять бесов, исцелять больных, все делать. Мы как христиане по ходу дела можем, когда нужда поднимается, мы можем это все делать. Но, дорогие мои, ты не можешь все делать на 100% и в каждую сферу отдаться, кто-то понимает? Если ты идешь куда-то, иди туда полностью, все остальное обруби все канаты. У Бога будут другие люди, которые поднимутся в других сферах. Не переживай. Без тебя мир не перестанет крутиться. А что же будет? Ничего не будет. Это иллюзия, которую люди говорят, мы сбалансируем все.
Пытаясь сбалансировать все в реальности, ты не достигнешь ничего великого. В лучшем случае везде по чуть-чуть. Чуть-чуть там, чуть-чуть здесь. Тут немножко скопил денег. Такой дом купил чуть-чуть. Оделся чуть-чуть. В церкви чуть-чуть. С Богом немножко. Друзья у меня есть тоже. Чуть-чуть. У меня все по чуть-чуть. Знаете, и самое тяжелое, когда людям достаточно. Знаете, иногда я говорю, разве ты не хочешь ничего больше? И знаете, что меня больше всего огорчает? Я смотрю в глаза, и там даже ответа не надо. Ему достаточно того, что он имеет. Прискорбно то, что ты знаешь, что ты никто, и ты согласен уйти никем. Вот что тяжело. Вот что эпидемия с нашим поколением. Все ресурсы, все возможности, вот они. Это как интернет, да? Что бы вы делали, да? Как мы говорили уже. Что бы вы делали с устройством, которое может достигнуть всей информации? Достигнуть все. У тебя в руках будет устройство, которое имеет информацию мира всего. Что бы вы с ним сделали? И ответ. Фотографировали котиков. Ага. Вы понимаете, и вот это наша жизнь. У нас с вами в руках весь мир, ресурсы и мудрость всего мира. И мы берем из этого ресурса, вытягиваем котиков. Кто-то понимает, о чем я, да? И ты смейся, улыбайся, но это реальность, это жестокая реальность. И вот это наша жизнь, такая же самая. Из всего того, что вот оно перед нами, мы достаем какую-то чушь и сидим над ней весь день. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я предупреждал, я тебя сегодня огорчать буду. Жизнь такая. Нам нужно над некоторыми вещами подумать. Вы знаете, я также не завидую тем, кому придется жить с чемпионами. А так сейчас давайте о побочном эффекте. Ох, побочный эффект. Вы знаете, вот почему некоторые люди говорят, этот человек не от Бога у меня. Она не от Бога. Конечно, когда вы порвались, из вас никто никуда не шел. Все здесь, да? Никто никуда не пытался. И я благодарен Богу, что вы даже в своих глюках, некоторые из вас, женились правильно. Понимаешь? Потому что, знаете, что начинается? Вот я вам сейчас дам ответ на проблемные семейные вещи. А что мне делать с моим мужем? Что мне делать с моей женой? Ничего. Жить. Пусть Бог его исправит. А зачем? Пусть Бог тебя исправит. Давайте наоборот. Нет, он не прав. А почему это он не прав? С его стороны ты не права. Знаете, смотря как посмотреть. Ну я же куда-то иду. И знаешь, вот проблема. Когда мы с вами поруемся, у нас с вами цель – это дом, Армани, Гуччи, несколько деток. Вот это наша цель. Раз, некоторые вещи достигнуты, и здесь он проходит энкаунтер. В него просто втекает цель Бога, он отвечает на призвание. А там сидит его Дуня, которая вообще ей пополам, у нее Гуччи есть, ей плевать на твою цель. Ее цель достигнута. Не гуляющий мужик с деньгами. Все. Окей? Это все, что она хотела в своей жизни. Это все, что мама ей молилась и мечтала о ней. Мужика. Вот мужика заимеешь. Все, жизнь состоялась. И этот мужик теперь куда-то идти захотел. И здесь начинаются проблемы. Проблемы начинаются не в том, что вы плохие, а проблемы начинаются в том, что вы изначально споровали себя сами, а не Бог вас споровал. Алло. Бля, какая тишина. А что делать? Ну, разводиться нельзя. Вы знаете, если бы тогда... Я там скажу, в мой мозг 20-летнего, 19-летнего парня попала когда-то информация. И эта информация была о том, что если ты неправильно женишься или выйдешь замуж, да, то у тебя вся жизнь не состоится.
Потому что у вас путь не только заключается вот в этих целях. Вам теперь вместе идти до конца, пока смерть не разлучит нас. И не надо никого убивать, окей? Потому что я понимаю, некоторые говорят, хорошо, come on, baby. Понимаешь, да? То есть не надо чуть-чуть, все нормально. Смерть разлучит нас прямо сейчас, иди сюда. Не надо, надо любить. И смотри, и изначально, что получается, ко мне тогда попала информация, что я должен молиться о том, чтобы иметь правильного партнера в своей жизни, потому что это не только мама моим детям, это не только, знаете, мой постельный партнер. Знаете, это не только какая-то красивая кукла рядом с тобой в машине. Это личность, которая разделяет с тобой твое будущее, твою цель и твое призвание. И поэтому еще тогда, в 90 каком-то там, я начал молиться и поститься. Целый год я взял этот момент, я говорю, Бог, что угодно, не дай мне, чтобы я сошелся не с неправильным человеком, останови меня. Все там, что у меня там заиграет, запрыгает, там забегает, останови. Прям берешь весло и останавливаешь во имя Иисуса. То есть, потому что, знаете, там, тогда, когда тебе 18-19, там у тебя, ну, другое место делает решение. Ну, извините все молодые, но вы меня поймете, когда вам где-то под 40 примерно гохнет, вы поймете, что те решения были не отсюда. Почему-то. Они были чуть-чуть ниже. И понимаете, и я Богу говорил, чего вы смеетесь, это реальность наших дней. Улыбайся и говори, аминь, 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 аминь. И вы знаете, я тогда начал молиться, и я благодарю Бога за то, что когда мы... Вы знаете, когда у нас была первая встреча, я ей рассказал мое призвание, когда я в нем еще далеко не находился. И уникально то, что она мне рассказала примерно то же самое, и я понял, что вот это оно. Произошел какой-то щелчок, какой-то клик, какое-то соединение, которое невозможно объяснить людям, которые просто по плоти встречаются. Это духовное соединение, как будто пазл зашел, и ты понимаешь, опа, вот это оно. Что-то здесь есть великое, но ты еще не распознал это. И, естественно, и я благодарю Бога, потому что я вам честно скажу, что со мной жить... Я так скажу, честно скажу, ужасно тяжело. Потому что, поверьте мне, потому что если некоторые... Я правду говорю. Если кто-то говорит, я такого мужа хочу. Не хочешь ты такого мужа. Не хочешь, окей? Потому что, поверьте мне, 90% моей жизни принадлежит Иисусу. Какая жена захочет это? Моя. Потому что спорованы от начала Богом. Вы знаете, дорогие, нам сразу нужно понять, и я так скажу, что будет ужасно нелегко, побочный эффект будет такой, когда он захочет ее найти, она будет в своем призвании. Когда она захочет его найти, он будет в своем призвании. Поэтому тем, кто находится рядом с теми, кто рожден двигаться, вы должны быть правильным суппортом для того, кого Бог призвал. Не обои, даже не очень часто даже не обои движутся в призвании. Один, но без второго это нереально. То есть они только вдвоем могут достигнуть. Разницы нет, это она призвание, он суппорт, он призвание, она суппорт. В духовной сфере нет ни мужчины, ни женщины. Все со мной, все понимают, о чем я говорю? Нету вот этих, знаете, пола какого-то, приоритета Божьего, нет вообще. У Бога как были есть сфере Анны, так же были Давиды и Даниилы, окей? У Бога нет, у Бога есть одно. Кто захочет отдать Ему всего себя, тот и будет использован Богом. Кэтрин Кульман, окей? Дорогие мои, кто захочет отложить всего себя? Таких женщин мало. А, ты имеешь в виду мало женщин, которые обрезали все в своей жизни, скинули все, обрубили все канаты и сказали, я принадлежу Христу? Конечно, таких женщин мало. Кэтрин Кульман, например, раз. Кэтрин Кульман, два. Ладно. Нет, я понимаю, там еще есть у нас нормальные женщины, там Джойс Мар, там, знаете, есть именно вот такого калибра женщины. Мы знаем о них, окей? Их несколько. Но, дорогие мои, вы знаете, что я уверен, что тяжело пришлось мужу Кэтрин Кульман. Если кто историю читал, алло. Вы знаете, как страшно тяжело жить рядом с тем, кто рожден для чего-то великого. Я умоляю вас, перестаньте рисовать себе иллюзию, что будет у тебя двери открыты. Дорогие мои, ровно так.
как твое призвание не захочет делить тебя ни с кем, твое призвание не захочет делить тебя ни с кем. Не-не-не, ни в коем случае я не рисую картину, что там семья кинута. Дорогие мои, вы должны понять, что когда ты отдан призванию, Бог заботится о том, что твое. Кто-то понимает? Он заботится о твоем доме. Когда ты начинаешь кидать все, заботиться сам обо всем, ну тогда держись, потому что тебе везде теперь надо будет заботиться. Теперь лови тех, лови ее, она куда-то убежала, лови его, с дома сбежал. Потом смотришь того, машину спер. Смотришь, жена куда-то удрала, муж куда-то убежал. Вот тебе всегда придется что-то исправлять. Но когда ты сосредоточишься, ты заметишь, как все остальные вещи, они начнут сбалансироваться. Потому что Библия, она четко говорит, что прежде всего ищите царство и правды его, а все это, что это? Все это. Во все это входит все это. Приложится. Поэтому я так скажу, дорогие, не переживай. И когда ты начнешь двигаться туда, на 100%, к чему Бог тебя призвал, не переживай. Будут открыты и финансовые двери, и здоровье будет дано, и семья будет в порядке, и дети будут в порядке. Только по одной причине, потому что ты сейчас решился отдаться Ему и Его цели. Мне даже уникально, как это работает, но я вам честно скажу, это работает железно. О, Иисус. Смотри. Честно скажу, я так, знаете, просто от сердца. Я даже потерял хороших людей и положил на жертвенник много хороших вещей. Знаете, некоторые думают, вот ради призвания я должен отложить все плохое. Ну, ты должен отложить и все хорошее. Ради призвания ты должен отложить все. Ради мечты, которую Бог залаживает в тебя и показывает тебе, ты должен отложить все. И вы знаете, я так скажу, что многим друзьям, которые были настоящие хорошие друзья, пришлось сказать «нет» и просто закрыть дверь и все. Поплакав, двигаться дальше. Почему? Потому что ты понимаешь, что ты не можешь разделять Иисуса с ними. И ты отдаешь всю свою жизнь Ему. Я так скажу, я это все сделал только потому, что мое призвание требовало этого. А цель в моей жизни была важнее всего и важнее всех. Есть ли у тебя что-то важнее всего? Есть ли у тебя хотя бы понимание, что это должно быть? Или просто жизнь, знаете, жизнь идет от дня ко дню. Ты просыпаешься и ты придумываешь, что тебе делать. Это самая тяжелая жизнь, когда ты просыпаешься, ты всю неделю отработав, ждал субботу. И когда пришла суббота, ты не можешь справиться с одним днем. Я еще раз скажу. Ты мечтал отработать неделю и отработал. Настала суббота, и ты сиди, ходишь по дому и думаешь, а что делать? А что делать? Чуть-чуть. А что делать? Там хоть как раб работаешь, там тебе, ты не думаешь, что делать. Тебе сказали, что делать. И вот это самая тяжелая жизнь, когда у тебя пусто. А представь, я дам тебе неделю. Неделя, ладно, давай я тебе дам месяц, ничего. Некоторые даже не представляют. Вы даже не представляете то, о чем я сейчас говорю. Если я тебе дам, некоторые говорят, вот если я сейчас, мне дай время. Если у тебя нет цели, время уничтожит тебя. Некоторые люди, они уже на третий день своего отдыха, где-то вакейшена, да, где-то там уехали, там Гавайи, куда угодно, да, они уже на третий день встают и уже хотят на работу идти. Так, песок. Надоел песок. Надоело море. Даже расслабиться не может. Он не знает, понимаете, человек настолько запрограммирован, что когда ты ему даешь место подумать, у него не включается мозга. Она, о, и там, знаете, и там как пластинка заела. И у него работа, 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 работа. Видел я людей, которые
Потом в один момент теряли работу. Просто теряли. Не то, что оставляли ее или там двигались к призванию. Теряли. И эти люди превращались в кошмар. Буквально за неделю, за две. В кошмар. Ты его не узнал. Ты говоришь, кто это? Из пещеры вышел. А у него теперь нет цели жить, нет цели бриться. У него теперь плевать машину убирать, потому что никто ее не видит. Вообще, ему вообще на все плевать. Ты дверь открываешь, и там пакеты вываливаются с мусором. Я не шучу. Были у меня такие друзья. Те, кто решили отдать свою жизнь в жертву для определенной цели, не только лишат себя многих вещей, но и также тех, кто рядом с ними. Прискорбно, но это так. Поэтому тем, кто живет с теми, кто рожден совершить что-то великое, нужно понимать, что лишение некоторых вещей будет частью их жизни. Ты, дорогой, не сможешь сделать, что ты хочешь. Ты, дорогая, если ты с человеком, который призван, не сможешь сделать все, что ты хочешь. Потому что быть с этим человеком, тебе нужно пожертвовать, тебе нужно принести в жертву много из своей жизни. Не нужно рассказывать, что с чемпионами или с людьми, которые призваны совершить что-то великое, жить легко. Наверное, это одно из тяжелейших решений, которое может принять человек. Это согласиться жить с чемпионом. Это ты буквально сразу можешь начать прощаться со своей нормальной жизнью. Кто-то знает, что такое нормальная жизнь? Нормальная жизнь – это 5 дней отработал, потом в субботу вышел, пожарил мясо, посмотрел телек, потом в воскресенье бросил жребий, идти в церковь не идти. А, не пойду. Посмотрю потом запись. Проваляться пол воскресенья до головной боли. И уже лежишь. Ты говоришь, я ненавижу понедельник. Не-не-не, ты его ждешь. Чтобы тебя работа вывела из воскресенья. Потому что ты не можешь прожить 2 дня свободных. Потому что у тебя нет цели. И работа, она просто является, как тебе сказать, просто дистракшн. Знаете, как вот есть помеха, она просто забивает тебя, и тебе кажется, что ты что-то делаешь в своей жизни. А в принципе, ты просто выживаешь свои лучшие годы, и ты нанят. Знаете, как было такое классное пословица? Если у тебя нет мечты, кто-то наймет тебя строить свою. Строить их мечту. То есть, поэтому ты или строишь свою, или ты сейчас нанят строить чью-то. То есть, ты строишь мечту в любом случае. Только разница твою или чужую. Смотри. Я так скажу, немногие смогут стоять рядом с чемпионами. Вспомните мужа Анны Елкану, да? Вот этот мужик. Представляешь, он не знал, как отжиматься около своей жены, как приседать и как танцевать. Говорит, да я ж тебя люблю больше всех. Да я ж тебе даю в 2 раза больше пищи. Я ж с тобой вот везде. Ты ж моя самая любимая. Представляешь, как мужику тяжело около женщины с призванием. И он сидит и говорит, да что тебе вообще надо? Она говорит, то, что мне надо, ты мне дать не можешь. И она говорит, то, что мне надо, есть у него. И она говорит, я к нему пойду. Дорогие мои, о чем я говорю? Вы знаете, мы очень часто говорим с вами о людях призвания. Давайте посмотрим о людях вокруг призвания. Вспомните братьев Давида. Прикиньте, какая была жаба. Представляете, не ты, Давид, он. Хотя ты высокий, красивый. Тебя даже пророк повелся на тебя. Самуил пришел и говорит, наверное, он. Красава какая. Модель целый. А Бог говорит, у нас уже одна модель там валяется. Которое нужно там, чтобы успокаивали эту модель там. Одна модель уже сидит. Бог говорит, я смотрю не так, как смотрит человек, я смотрю на сердце. И он говорит, вытащите мне вот ту модель, там, которая сидит на балалайке и играет овцем. Далеко-далеко, которого даже сюда не позвали. Его пророк говорит, не сядем есть, пока не приведете. Привели. И вот стоит Давид. Представляете, с самого мелкого помазывает. Представляете, как тяжело было братьям и родителям Иосифа. Вспомните.
Как тяжело жить вокруг личности с призванием. Это что мы все тебе поклонимся? Он такой, ну как бы, видение же сказало да. Представляете, там, как жить нормальным людям с такими людьми? Вот представь, как твоей семье с тобой жить вот сейчас? Ты вот приходишь на какой-то день рождения, свадьбу, какую-то семейную посиделку, и ты являешься фокусом всех. Сидишь, ничего не говоришь, все смотрят на тебя. Интересно, как ты будешь за пищу молиться? Интересно, а какое место из Библии ты прочитаешь, ну, если там заставят всех читать, как обычно? А если заставят тебя молиться вслух, интересно, о чем ты будешь говорить? Знаете, весь фокус на Давидов. О чем я говорю? Я говорю о том, дорогие мои, как тяжело находиться тем людям, которые не имеют призвания, и смотреть на тех, кто имеет призвание. Мы можем продолжать и продолжать, но список, он примерно такой же, нам ничего не меняется. Вы знаете, я честно скажу, я не могу понять личности, которые занимают 2, 3, 4 позиции. Я не могу понять. Знаете, я вот встречал, они говорят, пастор, бизнесмен, пророк. Титул такой, знаете. Я такой думаю, наверное, это фонарь. В скобочках. Потому что, честно, ну, ты будешь окей, пастор, окей, бизнесмен, окей, пророк. Но ты никогда не будешь чем-то великим. Вы знаете, когда мне кто-то говорит, я умею на барабанах петь, танцевать, рисовать на картинах. Пастор, любое вот тут, скажи мне, что хочешь, скажи, пойду калякать-малякать, прямо сейчас. Вы знаете, и он говорит, я все умею. Я говорю, стоп, ты ничего не умеешь. Потому что человек, который умеет все, ведь по идее не умеет ничего. Кто-то здесь? И когда мы читаем с вами о великих людях истории, вот история, да, вот наша земная история, почитайте о них, просто почитайте. Что? Почему мы их знаем? Мы их знаем только по одному стержню. Вы знаете, Библия говорит, что человек не может служить двум господам. Библия говорит двум, не говоря о том, что трем или четырем. Сколько вот этого развелось, знаете, по церквях иногда ездишь, и иногда просто в шок приходишь. И, знаете, собираешь там пасторский митинг или кто, как вас зовут? Ну, я говорю, вы пастор? Он говорит, ну, на данный момент, да. И мне уже хочется так, ах, господи, пошел я пить кофе. Понимаешь, на данный момент да, это значит, что на следующий момент нет. Понимаешь, ты не можешь. Призвание должно позвать тебя, съесть тебя и преобразить тебя. И уже ходишь не ты, а ходит твоя функция, которую неразделимо. Иеремия, вспомните, что он сказал? Я хочу... Хочу остановиться пророчеству. Мысля такая была. А он говорит, мне надоело говорить, как только, говорит, начну пророчествовать, кричу о разорении, кричу о каком-то хамстве, кричу об ужасах, кричу о каких-то кошмарах. Он говорит, не хочу, мне что, все смеются с меня. Он говорит, я больше не буду пророчествовать. И он говорит, меня это чуть не взорвало изнутри. Дорогие, как вам сказать, он не может это не делать. Он уже превратился в это, стал этим, идентифицировался с этим, и вот все. Иеремия – это пророк, а пророк – это Иеремия. Все. И вот Иеремия захотел пророка отложить. Он говорит, поздно. Уже все, приплыли. И был бы как, он говорит, и был как, он говорит, огонь в моих костях. И говорит, я утомился, сдерживая его. Он говорит, я держал, не буду говорить, не буду говорить, не буду говорить. А потом, идите все. Ты понимаешь, что такое быть в призвании? Вот это оно. Если ты напрягаешься что-то делать, это еще не ты. Тебе нужно останавливать, закрывать рот, тебе нужно... А ты... Ту-т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 у. Некоторые говорят, когда он закроет рот? Когда вознесусь? Понимаете? Бесполезно. Это моя функция, это я.
Я говорю тут, я говорю там, я говорю здесь, я говорю на самолете, я говорю приземлившись, я приехал в ресторан, я говорю, говорю. Оно течет, изменяет людей, течет, жизнь изменяется. Вау. Это функция. Это ты. Эти люди, которые делят себя с тремя, с четырьмя вещами, они не могут отрезать или пожертвовать серьезными и часто важными моментами в своей жизни. Поэтому большинство живут, лишь бы протянуть до следующего дня, избирая компромисс, потому что только немногие могут пожертвовать многим. Для личности, которая была захвачена реальной целью и мечтой, все, что они имеют, становится методом и ресурсом для достижения их цели. Послушайте, вот это сейчас я скажу, такой маленький, я так скажу, маленькая кульминация, маленький ключ. Все, что я имею, теперь моя цель начинает использовать. Поэтому извини меня, если ты придешь ко мне, а я тебя использую. Вернее, не я тебя использую. Призвание мое тебя использует. Это некоторые говорят, как ты меня используешь. Извини, вы знаете, что все, что эти люди имели, они употребляли как ресурсы для цели от Бога. Вот Иисус. И теперь ученики становятся ресурсом. Кто-то понимает меня? Для достижения цели. Теперь тот ящик, который собирает, теперь и деньги, и люди, и ситуации, и все является ресурсом для достижения цели. Оно теперь не разрывает меня от цели, оно теперь входит и становится еще одной частью, еще одним приложением для достижения огромной цели. Вот мы тоже сидим с командой, да, и каждый, кто в команде, это является еще одним ресурсом для достижения огромной цели его на этой земле. Кто-то понимает, о чем? И поэтому все, что к тебе приходит, оно должно или выйти, или стать ресурсом. Ты здесь? Еще раз скажу, это очень серьезный ключ. Все, что приходит в твою жизнь, оно не должно делить тебя теперь, когда призвание пришло, и ты взял его. Теперь ты говоришь, если ты рядом со мной остался, то ты становишься таким же ресурсом, как и все остальное, для достижения его цели на этой земле. Для личности, которая была захвачена реальной целью и мечтой, все, что они имеют, становится методом и ресурсом для достижения цели, которую Бог вложил в них. Именно умение владеть собой и направлять все свои ресурсы и энергию и отличает профессионалов от любителей. Вы знаете, дорогие, вот мы с вами сейчас, да, вот люди в церкви у нас, да, как бы все любят футбол, да, американский, посмотрите. О, е, сейчас там. Go Seahawks. О, е. Тут достаточно фенов есть, да? И как бы, дорогие, вы знаете, что когда вы смотрите насчет этих ребят, кто-нибудь из вас читал историю вот этих футболистов? Некоторые читали. Вы знаете, что от самого начала это был маленький футболистик. Потом он стал больше футболистиком. Потом он играл там футбол. Потом он играл там футбол. И сейчас он играет профессиональный футбол. Кто-то понимает, да? Ты можешь его всю историю смотреть, откуда он начинал. Никто не появляется, просто сидит с пивом, голосует за Сихакс, он говорит, пойду в футбол. Дорогие мои, такого не бывает. Это говорит о том, что этот человек дал цели превратить его. И теперь все, что есть вокруг этого парня, оно превращается в ресурс для футбола. Дорогие, если они это могут делать, которые, ну, я понимаю, они там все, склонившие голову, молятся перед футболом. Я не против, нормально? Но вы знаете, но если они, которые просто молятся перед футболом, слушай, ты, который рожден для чего-то великого, дорогие, давайте выучим эти ключи, давайте возьмем это все, сосредоточимся на одной единственной цели, и ты скажешь, Бог, это мое, и сюда сейчас я все это беру и употребляю для этого. Я решаю это сделать. Те люди, которые не относятся к своему призванию серьезно, никогда не достигнут позиции чемпионов, они никогда не будут стоять рядом с великими людьми. Они, если так можно выразиться, работают на полставки. И, естественно, получат соответственную зарплату. Естественно, тех, кто работает на полставки, всегда будут раздражать те, кто полностью отдан своему делу и своей мечте. Вы знаете, что если ты человек, который отдан Богу, ты знаешь, что ты всегда будешь раздражать полухристиан.
Не-не, ты не пойми. Знаешь, почему религия ненавидит именно тебя? Меня, нас. Потому что, смотря на тебя, они видят, что у тебя снесло крышу на Иисусе. Из-за того, что ты продан Богу полностью. Смотря на них, они видят свои недостатки. Они ненавидят не тебя, а то, что ты репрезентируешь. Ты репрезентируешь тотальное, полное посвящение. И когда ты заявляешься на пороге, ты заметил, что не начинается разговор: какая прекрасная погода. Ты в какой церкви был? Вы знаете, все... Вы заметили, как все сходится в одно и то же? Ты кого слушаешь? Ты до сих пор оттуда не ушел. Тебе... Слушай, а какое тебе дело? Дорогие мои, они не вас ненавидят. Они ненавидят то, что ты репрезентируешь. Ты профессионал, который решил отдать свою жизнь Богу, а не пользоваться Богом. На определенные моменты в своей жизни. Плохо, Бог. Воскресенье. Фу, вот тебе свечка, Бог. Понимаешь? То есть везде ты где-то что-то... И когда они видят тебя, они... Вы знаете, сейчас даже термин такой стал. Шаповаловцы. Это смешной термин. А вы знаете, откуда это все взялось? Это взялось оттуда, что сначала Бог нашел Шаповалова. И потом его полностью съел. И потом люди уже... Люди, это уже стало не обзывание, это стало термином, знаете, да? Это уже термин. Вот везде по всему миру, где мы не ездим, это термин стал. О, это те. Или там трансформеры, как угодно там их называют, знаете? Всякие там клички понапридумывали. Но, дорогие мои, но честно, что они говорят, они еще раз подтверждают о том, что ты полностью идентифицирован. Ты идентифицирован с движением, с Богом, с тем, что я говорю, с тем, что мы делаем, с тем, что туда движется, с тем, что там происходит. То есть, если, представь, твои враги лучше знают, кто ты, чем ты. Ты сидишь за чаем иногда, делаешь вид, что, ну, ты сегодня решил подпольно быть. И ты сидишь, пьешь, а они такие: слушай, ты, что-то не то. А ты кого слушаешь? Да никого, так, мысли просто так ходят. Слушай, они у тебя как-то ходят уникально. И вы знаете, и они начинают вычислять тебя, и потом довычисляются до этого места. Почему? Потому что ты отдал Богу, ты дал Богу просто затянуть тебя в это. Ты идентифицировался с этим. Твои родственники и друзья знают, кто ты. Все знают, кто ты. Ты когда приходишь, с тобой уже не разговаривают, как: вот Петенька пришел на свадьбу. Они говорят: вот враг всего христианства пришел к нам в дом. Алло. Они уже тебя идентифицировали. Некоторые еще тебя спасти хотят. Некоторые говорят: бесполезно. А ты улыбайся и говори: слушай, классно. Идентифицировали. Аллилуйя. Все четко. В моей жизни все идет по плану. Они знают, кто я. Стоит только рот открыть, и все в курсе. Поэтому тех, кто работает на полставки, всегда будут раздражать те, кто отдан полностью своему делу. Проблема многих людей не в том, что они не хотят великих и мощных вещей. Я заканчиваю, дорогие, это последние фразы. Они этого хотят. Все хотят мощных вещей. Пойди в любую церковь, пойди в любое общество, пойди в любую семью. Вы хотите? Да, мы хотим. Вы чего-то великого хотите? Конечно, хотим. Но, дорогие мои, они хотят этого, правда. Но их проблема в том, что они не могут полностью на 100% посвятиться в свою мечту. Они не хотят отрезать все и все остальное, как ресурс использовать для этого. Они не хотят. Итак, дорогие, заканчивая просто с этой фразой. Сделай решение прямо сейчас, кем ты желаешь окончить эту жизнь. И Бог тебе в помощь. Прямо сейчас. Это просто, дорогие. Это просто. Решение делаешь ты. Раз и навсегда. Избираешь путь, по которому ты идешь. Избираешь общество, в котором хочешь быть. И, дорогие мои, соответственно, избираешь ту награду, которую все будут получать. Там, здесь, вот там, неважно где. Ты выбираешь все. Поэтому, дорогие, сразу скажу. Это долгий путь, больный путь. Но Бог всем нам в помощь. Аминь. Давайте мы встанем.
Пусть спокойствие моего месседжа сегодня не собьет тебя. Дорогие мои, для меня, я так скажу, в определенный момент моей жизни это было самым важным решением. Потому что я помню, как я был разодран на куски. И я помню, как моя жена, она смотрела на меня. Я уверен, она не понимала, что со мной происходит. Меня рвало на куски. Я неделями выл, закрывшись в темной комнате. Этого никто не знал, этого никто не видел. Это дети еще тогда совсем маленькие были. Дорогие мои, у меня внутри было вот это решение, что, как, кто я, зачем. Я просто, дорогие, хочу, чтобы сейчас просто попроси у него, закрой глаза сейчас, закрой, пусть ничего не отвлекает сейчас тебя. Попроси его и скажи ему: отец, покажи мне, кто я. Отец, открой мне ту цель, которая изначально во мне, дорогие, потому что нет людей без талантов. Бог говорит, даже одному последнему он дал один талант. Дорогие, один, но у тебя есть. Один, он есть. Проблема у некоторых, они не хотят его знать, а некоторые знают, но не посвящаются. Потому что тебя делит еще на куски общество, друзья, родственники, какие-то странные общества, понимание. Отец, я прошу тебя, больше всего желаемого, больше всего просимого нами, дай нам всепоглощающую мечту и цель, такую цель, которой были движимы Моисей, Давид, цель, которой была движима Анна, Даниил. Я прошу тебя, Бог, подними вот этих Исаи и Иеремии, Господь. Подними этих личностей, которые поглощены целью и мечтой. Бог, мы мечтаем, что поднимется больше и больше и больше чемпионов на этой земле. Мы верим, что не окончилось время великих людей. Мы знаем, что они есть. Они сейчас в позиции борьбы, решения. Прямо сейчас они в процессе рода. Бог, роди их. Высвободи этих личностей. Мы благодарим Тебя, любимый. Благодарим Тебя за нашу большую семью. Благодарим Тебя за то, Господь, куда это все идет, кого это касается. Мы верим, что еще жизни будут продолжать меняться. Судьбы будут продолжать восстанавливаться. Твои дети будут занимать великие позиции в Царстве Твоем. Бог, мы не уйдем серыми. Мы не родились на эту землю, чтобы пройти весь процесс боли, атак и уйти никем. Бог, нет! Мы рождены для чего-то великого. Мы рождены для чего-то большого. И мы просим Тебя, направь нас. Направь нас во имя Иисуса. Аминь. Воздай ему славу.